оплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. В Центре социальной помощи семье и детям Кызыла прошел утренник, посвященный празднованию Шага для детей с ограниченными возможностями здоровья. Артисты Центра традиционной тувинской культуры и ремесел подготовили для детей и их родителей мастер-класс по национальным инструментам и играм. Также исполнили для маленьких зрителей горловое пение. Далее детей ждало отличное представление, яркие костюмы, игры, загадки. Сюрпризом для всех стало общение с питомцами общества защиты животных «Хатико». Погладить. Видите, какой маленький, дрожит. Дети и их родители с удовольствием гладили щенков, обнимали и играли. Общество защиты животных «Хатико» совместно с обществом инвалидов города Кызыла уже проводят такой третий утренник. Мы организуем встречи особенных ребятишек с нашими питомцами. Потому что наши питомцы, конечно, в том числе и положительные эмоции у ребятишек, которые им особенно необходимы. Наш проект реализуется на средства фонда президентского гранта. И такие встречи в течение года будут регулярными. Это не первая и далеко не последняя встреча детей с питомцами «Хатико». Встреча с животными важна для детей-инвалидов, ведь каждая встреча с четвероногим другом лучше любого лекарства. В МОП «Кызылгортранс» поступил автобус по временному маршруту 15А, который будет курсировать от магазина «Артыш» по улице Байгакская до автобусной остановки «Мангулек». Таким образом, мэрия решила усилить транспортную доступность данного микрорайона, с чем, судя по многочисленным обращениям жителей, не справляются частные извозчики. По словам директора предприятия, по маршруту пока ездят два автобуса марки «ПАЗ». Стоимость проезда 15 рублей. Конечные пункты назначения находятся на Байгакской и на остановке «Мангулек». Расписание составлено с учетом будних и выходных, праздничных дней. По расписанию, составленному предприятием, первый рейс в будние дни отходит от магазина «Артыш» в 7.15, второй в 7.25 соответственно. Последний автобус в будние дни выезжает от первой остановки в 18.30, а в выходные и праздничные дни в 17.30. От конечной остановки маршрут движется по улице Байгакская, Иркутская, Ангарский бульвар, Московская, Кичулола, Бухтуева, Красноармейская, Титова, Ленина, Интернациональная. От конечной на Мангулеке он едет по Кочетово, Комсомольской, Дружбе, Красноармейской, далее в сторону горы через автобусные остановки, больничный городок, автодорожный техникум, тельцентр, Южный, Ангарский бульвар. Нотариусы отныне обязаны направлять документы на регистрацию в Росреестр в режиме онлайн, и эта процедура бесплатна для граждан. Соответствующая норма вступает в силу с 1 февраля. Новое правило поможет гражданам, обратившимся за нотариальным удостоверением сделок, существенно сэкономить время и снизить финансовые траты. Кстати, как подчеркивают эксперты, аналогичная обязанность бесплатно подавать документы в Росреестр возникает у нотариусов и после выдачи свидетельства о праве на наследство, о праве пережившего супруга. Если подача электронного пакета документов невозможна по независящим от нотариуса причинам, он будет обязан направить документы в Росреестр на бумажном носителе. Законом для этого предусмотрен двухдневный срок. Гражданам в любом случае не придется никуда ходить, и тем более не надо будет обращаться к каким-то посредникам. Следующее повышение ждет получателей пенсий в рамках государственного пенсионного обеспечения, в том числе социальных, с 1 апреля. Об этом сообщает издательство «Российская газета». Как говорится в проекте постановления правительства, которое было опубликовано на федеральном портале, рост должен был составить 2,4%. Но, скорее всего, цифра будет выше. Например, индексация социальных выплат планировалась до Нового года на 3,4%. А свежие данные статистики подтянули ее до 4,3%. Социальные пенсии вырастут настолько же, насколько вырос за год прожиточный минимум, а эта цифра станет известна чуть позже. И о курсах валют: доллар 65 рублей 67 копеек, евро 74 рубля 77 копеек.
Вятские мехобелка в вашем городе. Большой выбор шуб, рассрочка, низкие цены. Город Кызыл. Последний раз в этом сезоне. С 7 по 9 февраля в ЦУМе. Игорь Письменный, Наталья Громушкина, Денис Рожков, Константин Соловьев и Татьяна Абрамова в комедии «Притворство и любовь». 11 февраля в Национальном театре. В Туве завершено расследование дела о хищении группой лиц в особо крупном размере. Региональным следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего социального педагога Дерзы-Коксынского психоневрологического интерната с детским отделением, бывшего директора указанного социального учреждения, а также его супруги и дочери. Напомним, что обвиняемый был назначен на должность директора Дерзы-Коксынского психоневрологического интерната с детским отделением с 10 марта 2010 года. Используя служебное положение и предоставленные полномочия, мужчина уговорил подчиненную социального педагога учреждения к краже денег подопечных интерната, которая из-за боязни лишиться работы систематически в период с декабря 2015 года по декабрь 2016 года снимала со счетов подопечных интерната деньги и передавала их бывшему директору, который присваивал их себе, распоряжался по собственному усмотрению. За указанный период времени обвиняемый присвоил себе около 3,5 миллионов рублей. Кроме того, по версии следствия, обвиняемый с целью систематического хищения бюджетных средств, выделяемых Министерством труда и социальной политики Республики Тыва на нужды возглавляемого им учреждения, с помощью супруги оформили документы индивидуального предпринимателя на подставное лицо. При этом полномочиями по распоряжению счетами по доверенности была наделена дочь обвиняемого. После указанного в период с февраля 2015 года по май 2017 года обвиняемый и его дочь путем обмана, заключая договора и государственные контракты поставок и оказания услуг для нужд учреждения с указанным индивидуальным предпринимателем, действуя группой лиц по предварительному сговору, безвозмездно обратили в свою пользу свыше 9 миллионов рублей, причинив тем самым Министерству труда и социальной политики Республики материальный ущерб в особо крупном размере. Указанными денежными средствами обвиняемые распорядились по собственному усмотрению. Следствием собрана достаточно доказательная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В Туве инспекторы ПДН проводят в образовательных организациях акцию «Защити свой мобильник». В январе текущего года зарегистрировано 22 кражи, из них 6 совершены самими несовершеннолетними. На классных часах сотрудники полиции беседуют со школьниками на тему безопасного поведения и бережного отношения к своему имуществу, в частности к аппаратам мобильной связи, а также проводят разъяснительную работу с родителями, чтобы взрослые постоянно напоминали детям простые правила, которые помогут их детям сберечь их телефоны. На территории республики не уменьшаются кражи сотовых телефонов в образовательных организациях, в связи с чем сотрудниками полиции в образовательных организациях проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение краж сотовых телефонов, хищений учащимися и также в отношении них. Данная акция «Защити свой мобильник» проводится с 29 января по 4 февраля. Эти мероприятия запланированы в течение всего года и будут проводиться на постоянной основе. Взрослым необходимо повторять детям, чтобы они, находясь в общественных и многолюдных местах, держали телефоны во внутренних карманах одежды с молнией, не оставляли свои вещи, сумки, рюкзаки без присмотра, не носили сотовые телефоны в незастегнутых карманах одежды, на виду и не демонстрировать сотовый телефон в окружении незнакомых людей. Детям необходимо помнить, что не надо давать звонить по своему телефону чужим, незнакомым людям ни при каких обстоятельствах. Также сотрудники полиции обращают внимание руководителей образовательных организаций на принятие дополнительных мер по организации надлежащей охраны по обеспечению сохранности личного имущества учащихся, педагогических работников и обслуживающего персонала, в том числе с привлечением частных охранных организаций. Ключевой темой аппаратного совещания Министерства здравоохранения Тувы сегодня стала эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Вводится масочный режим, ограничения на посещение родственников больных, находящихся в стационарных отделениях. Согласно данным еженедельного мониторинга, за предыдущую неделю по поводу гриппа и ОРВИ в лечебные учреждения обратились около 2000 человек. Лабораторным методом выявлено 29 случаев заболевания вирусным гриппом.
Госпитализировано 144 больных. Зарегистрировано 25 случаев небольничной пневмонии. Состояние больных средней тяжести, одного тяжелой степени. Орлан Дангак поручил ответственным специалистам направить рекомендательные письма в адрес Министерства образования и других ведомств о необходимости усиления мер профилактики, проведения более тщательного утреннего фильтра с недопущением к основному коллективу лиц с признаками заболевания, введение масочного режима и локальных карантинных мер по группам и классам в детских и образовательных учреждениях. Нужно, чтобы везде работали безопасные для человека бактерицидные лампы. Необходимо также соблюдение режима проветривания и влажной уборки помещений. Кроме того, в учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях, объектах культуры рекомендована установка безопасных для человека бактерицидных ламп. Необходимо также создание условий для мытья рук в очагах культуры, рынках, точках общественного питания. При отсутствии 20% детей в образовательных и дошкольных организациях по причине гриппа и ОРВИ рекомендовано введение ограничительных мер изданием приказов и распоряжений руководителей. Чего хочет каждая женщина? Быть красивой, модной и роскошно одетой. За окном морозная зима, тогда спешите на знаменитую Кировскую выставку «Продажу меховых изделий. Знатные меха», где вы точно сможете утолить свою жажду моды. Да-да, вы не ослышались. Известная и зарекомендовавшая себя ярмарка меха по многочисленным просьбам жителей и гостей города продолжает свою работу в Кызыле, торговый дом «Меридиан». Поэтому, если вы мечтаете о недорогой стильной шубке из натурального качественного меха, вам точно сюда. Ведь цены здесь начинаются, внимание, от 19 тысяч рублей. Тысячи моделей норковых и мутоновых шуб, включая самые трендовые новинки. А шикарные головные уборы впечатлят даже самых искушенных покупателей. Разнообразной цветовой палитры и широким размерным рядом. От 38 до 70 размера. Что уж говорить, знатные меха знают, чем порадовать. Кстати, совершить покупку на ярмарке «Знатные меха» также по-прежнему просто и легко. Если необходимой суммы наличными нет при себе, вы всегда можете оплатить покупку картой, оформить кредит на оптимальных условиях. Шикарно? Конечно, да. Быть стильной теперь просто. Выставка меховых изделий «Знатные меха» располагается улица Ленина, дом 50, торговый дом «Меридиан». Ежедневно с 10 утра и до 19 вечера. Стоит ли брать шубу, когда зимний сезон уже давно в разгаре? Компания «Белка» рекомендует покупать мех именно сейчас. Ажиотаж и суматоха новогодних праздников остались позади, и продавцы охотно пойдут вам на уступки. А еще на последней в этом сезоне выставки вятских мехов «Белка» действуют грандиозные скидки до 30%. Цены на норку начинаются от 40 тысяч рублей, и это еще без учета скидки. Ассортимент ничем не уступает началу сезона и способен угодить самым привередливым модницам. Норка, песец, мутон – более тысячи разнообразных изделий. От бюджетных вариантов из мутона до эксклюзивных из норки с отделкой куницы или чернобуркой. Любимая многими летучая мышь представлена в самых разных оттенках – пудра, графит, жемчуг. И все это вы можете себе позволить. Ведь на любую шубу предоставляется рассрочка до 3 лет. Без первоначального взноса и переплат. Выставка «Вятские меха. Белка» с 7 по 9 февраля в торговом центре ЦУМ. В республике переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Местами порывы до 14 метров. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью от минус 35 до минус 37. Днем от минус 22 до минус 24. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было.